До нашої студії завітала інструктор з йоги Ольга Снєжина. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні разом з вами будемо займатися йогою. Для мене це вже зовсім не нове значення. Тож, так скажу, згадаю молодість своїх рубрик, які я знімала, займалася йогою, дещо я вже знаю. Що будемо робити сьогодні? У нас буде розміночний комплекс, направлений на общее оздоровление и укрепление всего тела, чтобы подготовить свое тело к новому дню, зарядиться бодростью, наполниться солнечной энергией и быть в хорошем настроении. Тож давайте розпочнемо. З чого розпочинаємо, так сказати, бути такими позитивними, начинаем налаштованими? Начинаємо з настрою на новий день і на відчуття гармонії в своєму тілі. Настраюємося на практику. Выбираем свободный, глубокий ритм дыхания. Чувствуем свое тело, успокаиваем свой ум. И дышим. Потянулись вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох. Вытягиваемся вверх, копчик направляем вниз, макушкой тянемся вверх, чувствуем весь позвоночник и разворачиваем ладони в стороны от себя. Вытягиваемся всем телом, продолжаем свободное дыхание, разворачиваем ладони друг к другу и подаем таз назад, выводим корпус параллельно полу. Отводим седалищные выступы назад, грудную клетку толкаем вперед, растягиваем весь позвоночник. Дышим свободно и плавно и медленно опускаем ручки на пол. Вытягиваемся вперед, пальчиками по полу, вес тела отдаем в ноги, голову расслабили. Чувствуем, как тянется позвоночник, напряжены колени, голова расслаблена. Чувствуем дыхание. Также плавно поднимаемся вверх, вытягиваем корпус вверх, раскрываем грудную клетку, выворачиваем замочек рук вверх, оттягиваем плечи назад, копчик толкаем вперед, колени втянуты. Дышим. Опускаем руки через стороны, стряхнули руки, опустили голову вниз. И плавно прорабатываем шею. Делаем 5 оборотов вправо, дышим. Мышцы живота подтянуты, плечи раскрыты. Проминаем каждый шейный позвонок. И в другую сторону. А ось скажіть, чи можна таку зарядку робити кожного ранку? Абсолютно верно, можно сделать эту зарядку желательно за 15-30 минут до еды. Пробудились, выпили стакан воды, потянулись снова вверх. И можно приступать заниматься абсолютно каждому человеку, прорабатывать свое тело. Комплекс несложный, задействует все мышцы организма. Захватываем руки в замочек, голову запрокидываем назад. И подаем грудную клетку вперед, выталкиваем руки над собой. Каждый выполняет эту зарядку в меру сил, в меру возможностей своего тела, но с каждым разом эти возможности будут увеличиваться, потому что общий тонус тела улучшается. Тобто растяжка у меня когда-нибудь покращиться? Конечно, безусловно. Теперь мы можем сесть. Садимся на коврик. Складываем ножки. Раскрываем грудную клетку и потянулись вверх. Вытягиваем руки вверх, копчик толкаем вниз, лопатки сжимаем. Растягиваем корпус тела. Вытянулись вверх, раскрывая грудную клетку. Правой рукой за левое запястье потянули корпус вправо. Растягиваем позвоночник, чувствуем свое тело. Опускаем правый локоть на пол, левую руку тянем над собой. Из-под плеча смотрим на потолок, чувствуем свое тело. И прокручиваем позвоночник вправо, оба локтя стараемся опустить на пол.
делаем плавно, сопровождаем дыханием, чувствуем свое тело, удерживаем внимание в центре груди, центр тяжести чувствуем, мышцы живота подтянуты, шея вытягивается вправо, макушкой тянемся вправо, чувствуем свое тело. Также плавно поднимаемся, возвращаемся вверх, раскрывая грудную клетку. Макушкой тянемся вверх, весь позвоночник чувствуем и левой рукой за правое запястье потянули. Тож обов'язково все вправо робимо в дві сторони. Обязательно прорабатываем и правую, и левую часть своего тела, тем самым мы синхронизируем правое и левое большие полушария головного мозга. Это является общим оздоравливающим фактором на организм, особенно в начале дня. Оба локтя прокручиваем позвоночник, оба локтя тянем к полу, стараемся растянуть позвоночник. Макушкой тянемся влево, растягиваем шею, плечи выталкиваем назад, мышцы живота подтянуты. Хорошо, обязательно дышим. Дыхание не задерживаем. Я хочу вам сказати, можливо, вам здається, що це легко, але це зовсім не легко. Да, включается все тело, здесь необходим контроль, особенно самое главное, что работает... Такие совсем прості вправи, але відчувається одразу. Конечно. Пробудження. Это верно. Заводим левую стопу за правое колено. Выстраиваем прямую линию позвоночника, макушкой тянемся вверх. Чтобы еще больше растянуть позвоночник, вытянули правую руку вверх и заводим правый локоть за левое колено. По возможности... Заводим левую стопу за правое колено, правый локоть заводим за левое колено, стараемся захватить себя за правое колено рукой или упереться в пол, делаем как можете, и левую руку ставим за спину и скручиваемся влево, делаем скрутку, подтягиваем живот и стараемся плечевой пояс выводить влево, голову скручиваем назад и чувствуем, как включается весь позвоночник. Хорошо, дышим. Со вдохом возвращаемся. Опустили левую ножку на пол. И точно так же правую стопу заводим за левое колено. Вытянулись вверх. Макушкой тянемся вверх. Левую руку потянули вверх. И скручиваем весь корпус. Заводим левый локоть за правое колено. Правую руку за спину. Плечи выравниваем. Прокручиваем плечевой пояс. Скручиваемся всем телом, голову скручиваем назад, чувствуем дыхание, проворачиваем позвоночник, дыхание свободное и возвращаемся. А теперь, чтобы хорошо проработать ноги, включиться в процесс, особенно в начале дня, мы складываем стопы вместе и выталкиваем колени и бедра к полу. При этом работаем всем телом. Здесь очень важна постановка спины и выстраивание прямой линии позвоночника. Плечи раскрываем, макушкой тянемся вверх. Потянули голову назад. Дышим. И опускаем голову вперед, проталкиваем бедра и колени к полу и стараемся стопы раскрыть как книжечку. Все делаем в меру сил. С каждым разом эластичность в теле будет прибавляться, и мы будем чувствовать себя более подвижными. Пока еще я на жабку схожа. Ничего страшного, все постепенно включается. Собираем ножки вместе. А теперь переходим в планку. Выстраиваем прямую линию спины, ладони под плечами, стопы на ширине плеч. Мышцы живота подтягиваем. Спина прямая, плечи раскрыты, шея и макушка вытягиваются вперед. Подтягиваем мышцы живота, делаем низкий упор. И вдох, собака мордой вверх. Всем телом прорабатываем прогиб. Плечи раскрыли, макушка тянется вверх. Делаем вдох и на выдохе. Отдаем вес тела в стопы и в ладони. Колени втянули. Макушка тянется вниз, по возможности лбом тянемся к полу. Чувствуем дыхание, раскрываем грудную клетку. Со вдохом прогнулись, посмотрели вперед, на выдохе левая ножка делает шаг бегом.
Раскрываем грудную клетку, вытягиваемся вперед, чувствуем свое тело, стараемся напрячь правое колено, выстроить прямую линию спины, чувствуем свое тело. Снова делаем вдох и на выдохе возвращаемся, собака мордой вниз. Пятки проталкиваем к полу, выстраивая прямую линию спины, стараясь выпрямить ноги, отдавая вес тела в стопы и в ладони. Со вдохом прогибаемся, посмотрели вперед, на выдохе правая ножка делает шаг бегун. Раскрываем грудную клетку, плечи выталкиваем назад, выстраивая прямую линию спины. Ягодицы подтянуты, дно таза подтягиваем, мышцы живота подтянули. Дыхание свободное, ощущаем свое тело. И снова делаем вдох и на выдохе возвращаемся, собака мордой вниз. Растянули позвоночник, отдаем вес тела в стопы и в ладони, колени втянули, чувствуем дыхание. Со вдохом прогнулись, посмотрели вперед и на выдохе мягко опустили колени на пол. И баласана, поза ребеночка, расслабили свое тело, отпускаем напряжение. Чувствуем легкость. Ой, вот наиприемнейших моих прав. Это верно. Со вдохом потянулись вверх, раскрываем грудную клетку и вытягиваемся всем позвоночником вверх, раскрывая плечи. Опускаем руки через стороны, чтобы включить голеностопы и колени и дать хорошую работу на суставы. Стараемся усадить таз между пяточками на пол. Есть промежуточные варианты, если сразу тяжело, можно садиться на пяточки. Вытянулись вверх. Потянулись позвоночником вверх, раскрываем грудную клетку, опускаем руки через стороны, выдох и делаем вдох. Вытягиваемся вверх, ладони смотрят друг на друга, макушкой вытянулись вверх, опускаем руки через стороны и с прямой спиной идем в наклон вперед. Лбом по возможности тянемся к полу. Тож останній етап, так ми закінчуємо тим, що ми розслабляємо наше тіло. Да, безусловно, необхідно після нагрузки дати розслаблення тілу, поэтому ми висвобождаем ножки, сделаем завершающее витяжение. Потянулись вверх, розкрили грудную клетку. Вдох, розцепили руки, з прямой спиной по возможности потянулись к ножкам, захватили себя за стопы. Растянули позвоночник вдоль ног, подавая копчик и таз назад. Дыханием наполняем свое тело, затем выпрямляемся. Делаем вдох. Выдох. Ладони сложили в намасте. Чувствуем, как все тело включилось, все тело работает. Запустился общий оздоравливающий механизм. Ну, я точно прокинулася. Это верно. Тож ми дякуємо нашій ранковій гості.